Первым вопросом Государственная Дума рассмотрит проект постановления Государственной Думы об установлении запрета на посещение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации представителями средств массовой информации Соединенных Штатов Америки, признанных иностранными средствами массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. И очевидно, что это ответный шаг, ответная мера на то решение, которое было принято по отношению к нашей телевизионной компании Russia Today и к «Спутнику». С моей точки зрения, это неприятная, но вынужденная мера. Вот абсолютно. Вот. Зачем они делают так в США? Вот это мне это непонятно. Вот не надо начинать было эту кампанию. Не мы ее начали, а раз, так сказать, они начали, ну вот получите в ответ.